Алис, рассказывай, кто тебе что подарил? Это ручка, дедушка Мороз подарил. Это резиночка моя, Снегурочка подарила, а конфетки Дед Мороз, да? Угу. Как там снеговичок включается, выключается у тебя, расскажи. Он разными цветами? Да. Зеленый. Синий, зеленый. Синий. Красный, да? Еще какой. О, зеленый. А конфетки покажи какие. 60. Ну пока включи снеговичка. Пусть работает. Снимай. Пап, включи снеговичка. Нет, он выключается через какое-то время. Да, а это что там такое у тебя? Алис, это что такое? Это бывает. А, да? Ой, вот такие котетки. Аленка. Аленка. Это моя котетка. Твоя любимая. А еще какие конфетки это есть? Это моя. Ну погоди. Иди, Вася. Дедушка Мороз дает. Дает. Вот это он дает. Как так? Как так? Какие еще у тебя есть конфетки? Вот такой. Угу. Вот такой тебе. Тимми. Ой, такой тебе. А это моя любимая. Твоя любимая оказалась? Алиса, мне грильяж найди. Ой, спасибо, я такую хочу конфетку. Я хочу много здесь, вот такую, вот такую, вот такую, вот такую, вот такую. Все тебе, не лопнешь? Может, лопнешь? А джинки какие дашь? Джинки. Жинка не ест конфет. Нет, их съесть. И не котички съесть. Косточки. И молочко съесть. И водичку. Водичку, молочко и косточки? Угу. А мне кажется, она хочет попробовать конфетку у тебя. Дина и котики. Она и любит Дина вот такие котечки. Дина любит молочко, водичку и котички. А ты расскажи, как у вас утренник прошел? Дед Мороз был? Да, вот такой большой. А Снегурочка? Это и Дина была иголочка. Сергеевна была? Да. Наталья Сергеевна была Снегурочкой. И вы ее узнали? Нет. Не делали вид, что не узнали? Нет. Это моя любимая котечка. А еще стихи вы рассказывали? Да. А ты рассказывала стишок? Нет, я не знаю, какой стишок. Еще не знаешь стишок, какой рассказ? А другие детки рассказывали стишок? Да, другие. А хоровод вокруг елочки водили? Нет. А как вы зажигали елочку? И все, и огоньки одуйся, и дудочка огуйся. И зажглись огоньки и звездочки? А подадуть. И гайдёлочка, это дёдочка горит, и огоньки. Огоньки и звёздочка, всё загорелось? А говорили, раз, два, три, ёлочка, гори. Нет? Что ещё было? Танцевали? Да. А ты моя котлетка. А ты танцевала? Это тебе, пап, тебе. А мне? Мне только одну конфетку выделила. Дай маме тоже какую-нибудь конфетку. Вот такие, маме. Мне вот такие. Есть там у тебя конфетка с Дедом Морозом? И погоди. Ну погоди. Да. Как так? Дедушка моя дает. Дает. Дедушка Мороз дает. Ты моя хорошая. Это пират. Пират? И мультика.
Это из мультика. Это Аленка. И дедушка мою Аленку дает. Что еще там тебе Дед Мороз надавал? Вот такой. Вот такой. Ой, и эти папи. Ой, дедушка. Расскажи, день рождения ты будешь скоро отмечать? Вику и Сашу, и деду, и бабу. Вику, Сашу, деду и бабу пригласишь? Понятно. А торт будешь покупать? Да! Большой! А свечки? Да! У деда и да, и баня иди. Баня придет? Нет, папа, мама и Дина. Кот. Вот такой кот. Все маленькие. Ну все, говори пока. Пока. Скажи, я пошла кушать конфетки.